саженцы малины традиционной прелесть, малина традиционная прелест. Это универсальный сорт для домашнего выращивания. Он неприхотлив к условиям выращивания и не требует сложного ухода, но лучше плодоносит на плодородных почвах и на ярко освещенных участках. Урожай можно собирать в конце июня, сорт относится к среднеспелым. Его ягоды сочные, сладкие, имеют правильную форму и насыщенный малиновый оттенок. Их можно есть свежими, подвергать термической обработке и заморозке. Они не слишком мелкие, вес каждой из них достигает 2,6 граммов. Ценится за яркий десертный вкус и аромат. Малина традиционная прелесть – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Малина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола малина традиционная прелесть можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания малины прекрасно подходит открытый грунт. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Малина традиционная прелесть имеет средний срок созревания. Цвет плода малиновый, вкус сладкий. Обратите внимание, что малина традиционная прелесть – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.